народ, сегодня протестим самый популярный отпугиватель для собак с Алиэкспресс, то есть по запросу отпугиватель для собак это будет, ну, наверное, первая позиция 10, это будет именно он, то есть в двух расцветках, черный-белый, название не помню, что-то АО 100, ну, не суть. То есть работает из обычной кроны, имеет три режима включения, то есть обычный фонарик, потом режим, как говорят, для дрессировки, то есть такой же ультразвук, только чуть потише, то есть не знаю, будет слышно, не слышно, то есть. И просто горит, да. И второй режим, где ультразвук сильнее, даже человеческому уху неприятно. И то есть он начинает моргать. Есть одно но. Мы столкнулись с тем, что в нашем городе нет бродячих собак. То есть сколько ни искали, не нашли. И чтобы найти собаку, нужно думать как собака. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонис, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо. Раз собаки не идут к нам, значит охоту на собак объявляю я. Эти собаки, блядь! Вообще, похую! Welcome to Uganda! Бетховен! Ты ли это? Ну-ка! Бетховен, уходи! Ему без разницы? Он старый просто. Домой, домой. Чё отсюда? Тузик, иди отсюда. Чё отсюда? Да, гав, 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 гав. Похую. О, на кошек работает! Похую тебе, да? Первая полоса. Как легко на тебя попасть. Смотри, как ловко. Прыгаю в заголовок. Куда, 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 куда? Стой, брат. Первая полоса. Бля, иди поспи нахуй, реально. Вот. Она боится одного взгляда. Ну-ка, подожди. Ай, на него не работает. В общем, поездили по районам, где можно найти собак. Каждая собака реагирует по-разному. Кто-то убегает, кто-то боится, кому-то наоборот интересно, а кто-то вообще не обращает внимания. Кошки также 50 на 50, кто-то боится, убегает, кто-то не обращает внимания, то есть, наверное, даже не слышат его. То есть, выводы делать вам самим, стоит оно того, не стоит, по моему мнению, так нет однозначного ответа. Давай, родные, увидимся, пока.